Пане Григорович, видання Bloomberg пише про те, що перемовини по мирному плану для України завершилися без чіткого шляху вперед. Повідомляється про те, що відбулася зустріч радників з нацбезпеки України та країн глобального півдня. Саміт, який раніше анонсувала Україна, він ще не призначений. Також є інформація про те, що в офісі президента заявляли, що президент Зеленський і команда ніколи не погодяться на замороження конфлікту. І ось на цій зустрічі міністр оборони Рустем Умєров запропонував створити коаліцію контролю за виводом російських військ. Ось така от нова ініціатива. Як би ви її проаналізували? Який аналіз можете дати? Ну, какой может быть вывод российских войск? Даже не знаю, как с точки зрения военного такая инициатива может быть расценена. Не может быть вывода российских войск, не будет вывода российских войск. Для чего эти вопросы поднимаются, тоже непонятно. Такое впечатление, что дворник начинает давать некоторые указания маститым профессорам, хирургам. Ну, немножко не с той серии. И почему мирные все инициативы будут заканчиваться ничем? Потому что не может быть мирного решения нашей войны. Его просто не существует. Сотни тысяч погибших украинцев. Никто сдавать нашу территорию не будет. А те, кто будут пытаться сдать, с ними будут поступать так, как с врагами. Их просто пристрелят, как бешеных собак. И эти бешеные собаки уже это прекрасно знают. Потому и начинают рассказывать, что никто там ничего сдавать не собирается. Конечно, никто не собирается, потому что этого просто не получится. И, естественно, мирных инициатив, их не может быть априори. Только разгром российской армии, они по-другому не уйдут. Россияне с территории Украины не уйдут сами никогда. Это ж россияне, это ж как бешеные собаки, такие же уцепились, и здесь их можно только пристрелить. Если хотите свой кусок забрать обратно, там его еще потом придется обеззараживать долго. А вот та же самая картина и сейчас. Потому вариант только один. Этих бешеных собак, их сейчас в Украине около 500 000. Их надо всех пристрелить. Вот это единственный путь. И только над этим можно, об этом можно только разговаривать. Ну а слышать от министра обороны какие-то инициативы по выводу российских войск, ну смешно, уже даже не смешно. Уже даже не смешно. Андрій Єрмак в Давосі сказав про те, що Україна хоче залучити Китай до переговорів щодо завершення війни. А чи є шанси, аби Китай змінив свою позицію? Ну, ще одну бешену собаку, так сказати, привлечь к чому? К тому, щоб вона першу бешену собаку відвела від уже уцепившуюся в чью-то территорию. Да этого не будет. Это тоже из области фантастики. Не Китай надо, вернее, не так. Китай нужно привлекать однозначно. Только привлекать настоящее демократическое китайское правительство, которое сейчас, можно сказать, одно легитимное, и его избрали недавно на Тайване. А Тайвань – это часть Китая. И если брать демократические выборы, то как раз вот это тайваньское правительство, которое было избрано согласно всех демократических процедур, именно оно может сейчас отвечать за Китай, за весь Китай, не только за Тайвань. А так как Си Цзиньпинь и вся эта клика коммунистическая, которая пытается править Китаем, это захватническое авторитарное правительство, я вообще не понимаю, кто его с кем, кто с ним вообще общается. То есть это люди-самозванцы, которые захватили власть в Китае и дальше пытаются представить Китай на международной арене. А реально демократическое выбранное правительство Китая на Тайване, вот с ними надо заключать какие-то, вообще контачить как с китайцами, потому что Тайвань — это Китай. На Тайване живут китайцы, и они выбрали реальное китайское, демократическое китайское правительство. Вот их можно привлекать, только к чему привлекать? Надо же понимать, к чему. Привлекать Тайвань надо к разгрому, то есть к нашей коалиции. Тайвань, вернее, как часть Китая, как Китай, это уже надо понимать, как там в МИДу с этим разбираться. Их привлекать к тем механизмам, которые нужны нам для уничтожения, опять же, этих бешеных собак российских на нашей территории. Это возможно. И тайваньцы, я думаю, они не будут против
именно такого видения процесса, уничтожения российской армии на украинской территории. Американський інститут вивчення війни пише про те, що Росія готується розпочати новий наступ, але не матиме оперативних проривів у найближчі тижні, як тільки земля замерзне на сході та півдні України. Відомо про те, що головком Валерій Залужний так їздив і на Куп'янськ, а потім він також відвідав і групування військ Таврія та Одеси. Якраз візит головкома так на ці напрямки якраз означає всю складність ситуації. Ну, не совсем она, во-первых, сложная. Дело в том, что вот это положение о том, что земля замерзнет, это, скорее всего, Грета Тунберг не слышала, она бы его разбила вдоль и в поперек. Ну, не получается земле промерзнуть. Вы же видите, и сначала до 18 градусов морозы прыгнули, а потом опять 0 плюс и так далее и тому подобное. У нас уже не будет серьезных морозов, на которые можно рассчитывать нашим противникам. Они, конечно, будут на них рассчитывать, будут пытаться выйти, поймать какую-то там морозную погоду в тот толщину грунта, которые будут промерзать. Но для того, чтобы реально выводить тяжелую технику на грунт, это на сантиметров 30, чтобы он промерз. Это сантиметров 30, а это значит где-то недели полторы-две должна стоять температура где-то 10-15-20 градусов для того, чтобы схватился чернозем донецкий и можно было вывести технику. Ну, мы понятно, мы на Грету Тунберг закладываться не будем, всегда проигрываем, военные проигрывают всегда самые худшие варианты, потому, естественно, поездка и генштаба с командующим Залужным последнее время на это направление говорит о том, что мы готовимся. Естественно, готовимся. Там надо просто принимать решение на уничтожение военного хаба Валуек. Вот как сейчас уничтожается аэродром за тем же Белгородом, из которого бьют по Харькову. Вот так же само надо уничтожать и Валуйки. Только не Валуйки, населенный пункт, а именно Валуйки. Там несколько развернутых военных объектов есть, легальные военные цели, то есть дальними средствами поражения надо доставать, раскатывать, перерезать эту дорогу. Железная дорога, которая с России, ну это и есть Россия в Валуйке, в принципе, но центральная Россия заходит в Валуйке, ее надо брать под оперативный контроль, чтобы отрезать механизм поставки военной амуниции в Валуйке, а потом и под Купянск. Там между Валуйками и Купянском где-то около 80 километров, по большому счету в полтора часа езды, потому очень важно уничтожение именно этого военного хаба.